Добрый вечер, судари и сударыни. Сегодня у православных праздник – явление иконы Казанской Божьей Матери. Это одна из наиболее почитаемых икон на Руси. Явилась она давно, во времена Ивана Грозного, в Казани в 1579 году. Откопал ее на пепелище сгоревшего стрелецкого дома соседская девочка Матрона. А вот кем и когда была схоронена в этом месте икона, это неведомо. А вот про то, что она именно находится на пепелище, эта икона, девочке сказала сама Божья Матерь, явившаяся ей во сне. Вот что говорится об этом событии. При большом скоплении народа и в присутствии Матроны с матерью пепелище было взрыто, но рабочие ничего не нашли. Матрона, настаивая на своем, попросила лопату и сама принялась копать в том месте, где стояла печь. Тут, на глубине двух аршин, она и наткнулась на сверток вишневого цвета. И свертка, который оказался рукавом от старого кафтана, извлекли словно новую, только что написанную икону Божьей Матери. Позже выяснилось, что образ, найденный десятилетней девочкой, был списком с чудотворной иконы, вывезенной из Иерусалима в Константинополь царицей Евдокией с супругой греческого царя Феофила. Эта икона была затем отвезена в Москву к Ивану Грозному, и с этой иконой князь Пожарский изгнал из Москвы иноземных захватчиков, и с тех пор Казанскую, чудотворную Казанскую икону празднуют дважды в год, 21 июля и 4 ноября. С иконой Казанской Божьей Матери связывалась в России и общественная благотворительность, забота о детях, лишенных родительской поддержки. И вот так икона Казанской Божьей Матери вначале помогла освободить Отечество от иноземных захватчиков, а потом приняла на себя благотворческие заботы об обездоленных детях России. Не забывайте осенять благотворительность ее именем, чтобы благотворительность в добро шла. В 1741 году на Аляске первыми из европейцев появились русские моряки экспедиции Беринга и Чирикова. Было основано первое поселение, а 22 июля 1799 года создана российско-американская компания, которая развернула промысел на северо-западных берегах и заложила еще несколько поселений. Но в 1867 году Россия продала Алеутские острова и Аляску Америке за 7 миллионов долларов. Сейчас здесь проживает 500 000 человек, регион обладает огромными запасами полезных ископаемых и все больше приобретает значение главной резервной кладовой Соединенных Штатов Америки. 27 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре в Костроме 13-летний Михаил Федорович был благословлен на царство святой иконою и по воле Божией взял на себя тяжкий крест русского государя. А 24 июля 1613 года был торжественно венчан на царство в Кремле в Успенском соборе и стал родоначальником 300-летней династии Романовых. Михаил Федорович сделал много, чтобы положить конец смуте и волнениям на русской земле. В начале 13 века немецкие и шведские феодалы проникли в Прибалтику. Они уничтожали всех, кто отказывался принять католическую религию. Затем они устремились и в Новгородскую республику. Днем и ночью русские ковали мечи и копья. Все способные носить оружие вступили в ополчение, которое возглавил великий князь Александр. Хорошо зная тактику врага, он применил свою оригинальную, неожиданную и прежде всего на берегу Невы вызвал на поединок правителя Швеции Биргера и выбил его из седла. Вдохновленные примером командира, русские воины устремились на завоевателей и обратили их в бегство. Велика была радость в Новгороде, да во всей России. Александра Ярославича с тех пор стали любовно называть Невским. Его пророческие слова запомнили навсегда. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.
Василий Николаевич Татищев родился в 1686 году в семье псковского помещика, учился в Москве, в математико-навигацкой школе Брюсса, участвовал в Полтавской битве. По поручению Петра I несколько раз выезжал за границу, перенимал опыт мастеров, а затем управлял уральскими казенными заводами, основал Екатеринбург. Был астраханским губернатором, стал автором первого русского энциклопедического словаря. И все-таки главным делом его жизни была история российская с самых древнейших времен. Умер Василий Николаевич Татищев 28 июля 1750 года. «Вы знаете, кто мой любимый поэт?» – спросил однажды Лев Толстой. И сам же ответил: «Тютчев». Федор Иванович Тютчев принадлежал к старинному дворянскому роду, получил прекрасное домашнее воспитание и образование, продолжил учебу в Московском университете и затем был зачислен на службу в коллегию иностранных дел. Но всегда просто обожал литературу, много читал, писал сам. Долгое время, правда, его как поэта не замечали, считали, что он сочиняет только для избранных, немногих. Но вот каждую весну мы обязательно вспомним «Люблю грозу» в начале мая, а значит, всегда с нами и в нас его поэзия. Умер Федор Иванович 28 июля 1837 года. Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году в селе Тарханы Пензенской губернии. Впечатлительный мальчик, с интересом наблюдал крестьянские быты, нравы, слушал народные песни, поверья, легенды, принимал и понимал их сердцем, до самозабвения любил природу. Но в 1827 году он переезжает с бабушкой, знатнейшей дворянкой Арсеньевой, в Москву и поступает в университет. Участвует в подготовке рукописных журналов, много пишет. Некоторое время с ним учились Белинский, Герцен, Огарев. Затем Лермонтов переезжает в Петербург и поступает в школу подпрапорщиков и кавалер-юнкеров. Но в 1837 году, как написал Герцен, его душу пробудил выстрел в Пушкина. Появляются стихи, за которые он был сослан на Кавказ. 28 июля 1841 года Лермонтов, так же, как и Пушкин, был убит на дуэли. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». То же самое может повторить о поэте и Москва, и вся Россия. Как вы думаете, уважаемые, можно ли графа Вронского из Анны Карениной считать наемником? Если вы помните, то он в конце романа уезжает сражаться за независимость сербов. Я приведу вам несколько цитат из этого романа. «Он видел и признавал несомненный все разраставшийся энтузиазм, соединивший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Резня единоверцев и братьев славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом. Правда, что от нас отправлено уже 800. Мне не верил Мальвинский. Больше 800. Если считать тех, которые отправлены не прямо из Москвы, уже более 1000, сказал Сергей Иванович. Ну вот, я и говорила, радостно подхватила дама. Ведь правда, что пожертвований теперь около 1 000 000, больше, княгиня. Вот так была воспринята боль и страдания сербского народа в конце 19 века. Сегодня же большинство из нас даже не представляют, что происходит на Балканах. В чем там истина, в чем причина? И мы забываем только об одном и не знаем, что каждый выстрел в Сербии – это выстрел в Россию. Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила воду цветок. Утренний Венгрии дар принимая, дальше понесся поток. Этот цветок увидали словаки со своего бережка. Стали бросать они алые маки, их принимала река. Дунай, Дунай, а ну знай, где чей
После распада социалистической системы самые кровавые события развернулись на Балканах. Говорят, для развала Югославии были просчитаны десятки вариантов. Но сработал самый простой. Замешанный на национальной розни. В 91 году две югославские республики, Словения и Хорватия, объявили о своей независимости. В каких-то три дня первые страны мира, в том числе и Россия, признали этот факт. Сербы же, в составе Хорватии, объявили о создании своей республики, сербской краины. И уже третий год они с оружием в руках отстаивают то, что другие получили за три дня. Моя жена всегда плачет, когда приходит сюда. Поэтому я не люблю с ней приходить. Один прихожу, потому что она плачет. Это было все новое. Не бойся, иди сюда. Ничего не бойся, иди сюда, иди. Нормально все. Посуда ваша? Да, нема больше. Да, нет больше посуды. Тут была кухня. Тут была кухня? Там тоже была кухня. Тут была столовая. Оле была кухня. Тут была гостиная. Остава. Таня? Да. Ты знаешь тех людей, которые рушили твой дом? Да, да. Кто это был? А, тогда он кажет, что... Да, я знаю, но это не важно, чтобы я сказал. Это некий Соя Марко. Я их знаю, но время прошло, лучше не рассказывать. Это мой приятель, тут сидим. Это мои друзья, каждый день мы сидели и пили вместе. Пили. Я не могу посадить пары, они мне... Вместе дружили, работали. Все было нормально. Нормально. В гости ходили друг к другу. Нормально, ты дружили. Изове нашей победы. Кто-то скажет и солжет, что Сербия мала. Нет, не мала. Три раза воевала и побеждала. Из газет. Те, кто толкнул людей на братоубийство, сейчас заседают то в Швейцарии, то во Франции, то в Италии, то еще где-то. Но разве они смогут остановить войну, которую развязали сами? Против этого населения, против этого народа воюют те же сербы, мусульманского и католического вероисповедания. Но первые под псевдоэтническим названием мусульмане, вторые под чужим этническим названием хорваты. Потому что это не хорваты, это, как я уже сказал, а те же сербы, только другой религии. В результате этой войны 91-94 года в Хорватии, значит, за пределами Республики Сербской Краины, численность православного сербского населения сократилась с 30% до войны до 2% после этой войны. Там идет настоящая, не только этническая, но и религиозная чистка населения. Но, к сожалению, средства информации принадлежат тому же новому мировому порядку, и об этом ничего не пишут и не говорят. Мы не хотели эту войну, но международное общество хотело эту войну. Они хотели разорвать Югославию, как это было бы какая-то версия полигона для разорвания Советского Союза, а после этого Русской Федерации. Это все политика и оружие вместе. Мы сделали отпора и защищали наших территориях, и защищали нашего народа против геноцида, который был сделан против нашего народа Второй
в Первой и Второй мировой войне, но особенно в Второй мировой войне, когда мусульмане и хорваты убили 700 тысяч сербов. Что сегодня ждет от России и Сербии? Понимание и поддержку только в этих вещах, где мы правы, где у нас право на самоопределение. Наши судьбы связаны. Мы знаем, что международное общество сделало план, чтобы разорвали Югославию, думая об Советском Союзе. И после этого думая об Русской Федерации. Это был бы модель для разорвания России, потому что международное общество не желает иметь сильную, большую Россию как партнера. Они хотят иметь Россию как сателлита, как маленькое государство, которое будет слушать. Когда я ехал в Югославию, мои знания они ограничивались тем, что я видел по CNN и читал в газетах. Газетах «Известия» или западных газетах. Приехав туда, я увидел совсем другую страну. Я увидел совсем другую ситуацию. Странно, почему, когда у нас говорили о том, что сербы задерживают конвой с гуманитарной помощью, нам не рассказывали, что в контейнерах с гуманитарной помощью находятся патроны для мусульман Сараева? Почему, когда нам говорили о том, что сербы агрессоры, нам не рассказывали, что они защищают свою землю? Землю, где родились и прожили поколения и поколения сербов. Почему, когда нам сейчас рассказывают о Сербии, нам не говорят о тех столетиях связи Сербии и России, которые существовали, о той дружбе, которая существовала между нашими народами? Да, то, что происходит в Югославии, это трагедия. Эту трагедию надо остановить. Но, наверное, не теми способами, какими пытаются это сделать западные страны. Дунай, а ну, знай, где чей подарок? Этой весной, в апреле, в Сараево пришла очередная гуманитарная помощь для мусульман. Но посылка из Франции оказалась двойным дном. Маленький Балканский полуостров становится полигоном для глобальных политических разборок. Как известно, в рамках ООН сложилось, что на хорватов оказывает влияние Германия, на мусульман – Америка и Турция, а на сербов – Россия. Мы рекомендуем нашему правительству в случае отмены эмбарго на поставку оружия любым государством России имеет право и должна в одностороннем порядке снять санкции экономические с Югославии. Больше того, мы в своем обращении обратились к парламентам всего мира не допускать решения своих правительств, способствующие снятию эмбарго на поставку оружия любой стране, будь то мусульманская, сербская и так далее. Мы действительно столкнулись с такими фактами, как вины, прежде всего, во многом мусульманской стороны, хотя в мировой общественности, в средствах массовой информации возлагается ответственность на сербскую сторону. Я даже приведу такой пример один. Это Подгораджа, боевые действия в конце марта сего года, когда было сказано, что сербская сторона перешла в наступление. Но никто не знает, и мы не знали до посещения Сербии о том, что этому предшествовало в середине марта боевые действия со стороны мусульман. И сербская сторона неоднократно обращалась в Организацию Объединенных Наций приструнить политические воздействия на мусульман. Но это не произошло. И сербам, в принципе, ничего не оставалось, как ответить на боевые действия огнем. Сараево. В некоторых местах расстояние между сербскими и мусульманскими позициями всего 30 метров. Окопы разрезали город по-живому на две части. Идем кучи пьяну зору.
Я родился в Сараево. Родился в полутора километрах отсюда, в одном поселке Старо-Сараево, Быстрик. Я беженец уже 2 года. С женой и 2 сыновьями мне удалось бежать. У меня квартира в части города, которую контролируют мусульмане. Я надеюсь, что город когда-то будет наш. Моя душа в Сараево, мое тело там. Я всегда буду там, никогда не буду спокойным. Может, внешне буду спокоен, но никогда не буду спокоен душой. Посмотрите, как здесь. Мы обороняемся. Мы обороняем православие. Мы обороняем и сербов, и Сербию. Поверьте, и Россию. Поверьте, Россию мы здесь обороняем. Если мы здесь пострадаем, пострадает и Россия. Обратите внимание на эти занавесы поперек улиц. Это защита от снайперов. Сейчас мы с вами находимся на мосту дружбы и согласия. Вы понимаете, какая горькая ирония сегодня звучит название этого моста? Сейчас этот мост открыт для того, чтобы совершался обмен людьми с той и с другой стороны. Этот мост разделил 2 части Сараева. На одной стороне сербы православные, на другой стороне мусульмане. Берлинская стена пала, но в мире, как видно, создаются все новые и новые стены и разрушаются новые мосты. Кого вы ждете оттуда? Чекам от приятеля, сына и снаху, да приду. А вы кого ждете? Кого ждете? Кто придет? Етрову. Брат негова Етрова. Мы здесь увидели хорошее отношение к русским. За что любите русских? И то с наши братья. То есть вы. Славянская душа. Вы верите в русский народ, что он вам поможет? Мы абсолютно верим в русским. Вы давно не видели своего сына? 8 месяцев я его не видел. Когда открыли этот мост, используя связи, удалось сделать так, что сюда пропустили сына. Моя жена врач. Самое главное, чтобы они пришли сюда, ко мне. В тот день жена этого сербского ратника почему-то так и не пришла. Что мы глядишь, моя мила, за прозора свого стара, куда никак не сибила, макар мало накресала. Это русский флаг, а это сербский флаг. Разница такая, что только наоборот все. Встретились в волнах болгарская роза и югославский жасмин. С левого берега лилию в росах бросил во след им румын. От Украины, Молдовы, А вы ожидали такой встречи или нет? Честно говоря, нет. С призом разбатана. Тут обстановка нормализовалась. Вы сами чувствуете это, да? Ну, конечно. Мы приехали когда сюда, тут вообще, как нам? Мы ехали, нас встречали хлебом, солью, плакали, покатали, целовали. Сюда приехали, что? Тут на нас прям в буквальном смысле молились. Все, русы приехали, русы, спасибо вам. Говорили, как узнаешь о нашем приезде, мусульмане, так называемые,
Они перестали стрелять. Ситуация на Балканах уходит из-под влияния России. И потому наша позиция там выглядит двусмысленной. В этот день Вуковар принимал гостей из православной Греции. Они приехали поддержать своих братьев. Их вышли встречать и дети. Но снимая это событие, мы то и дело слышали детский вопрос. Где русские? Видимо, и о нашем приезде прошел слух. Где русские? Этот немой вопрос звучит и на подобных встречах, в домах простых людей и в окопах. Где же мы русские? Мы можем не помогать им оружием, лекарствами. Мы можем блокировать им Дунай, железные дороги. Но мы не должны отказывать в душевной поддержке. Югославский режиссер Стева Жиган, отвечая на другой вопрос, за что США не взлюбили сербов, сказал: «Все страны из бывшего Восточного блока в большей или меньшей степени стараются сделать все, чтобы войти в изысканное европейское общество, даже в качестве слуг. Сербы – единственные, кто сказал «нет» новому мировому порядку». В начале войны здесь было море, но бомба угодила в плотину. Из водохранилища стала уходить вода, и со дна морского появились затопленные в прежние времена славянские кладбища и храмы. Монастырь Драгович XVI века восстал из воды в конце века XX. Дай Бог и нам всем миновать невзгоды и подняться. Николай Петрович Бурляев только что вернулся из Сербии. Николай Петрович, как там дела, на ваш взгляд? Да прекрасно, как это не парадоксально. Я там был по двум поводам. По отбору картин для очередного «Золотого Витязя». Ехал я и проехал я Россию, Украину, Белоруссию, Румынию, Болгарию и приехал в Сербию. Пейзажи наши страшны, пугающи. Это хаос, это отчаяние, разорение, это гниение, это ржавчина, это, так сказать, неухоженные часто поля. И также в Болгарии она уже покупает, так сказать, овощи у Запада. Вот. И вот я приехал в Сербию, проехал я границу. И вдруг пейзажи потрясающие, поля ухоженные, красивые, урожаи будут огромные, и работают, так сказать, и строятся дома прекрасные, причем для всех, а не для элиты бандитов, так сказать, а для всех граждан, двух-, трех-, четырехэтажные дома, у каждого дома по трактору, до машины и так далее. Приехал в Белград, там праздники. Я был 5 дней, 3 дня праздники из этих дней. И также кинематографисты порадовали. Вот в этом трудном положении, сейчас мы все загнаны в трудное, так сказать, и русские, украинцы, белорусы, и болгары нас убивают, у нас нету кино, как будто бы явного, так сказать, у сербов я отобрал 33 картины на 5 конкурсов. То есть созданные вот в это последнее время? Созданные в эти 2 года. Вот, они одолели инфляцию даже, а как они ожидали бомбардировки в Сараево, это вообще чудо. Ждали в полночь в Сараево на Олимпийском комплексе. Все огни зажгли и устроили катание на лыжах, жарили там, понимаете ли, баранов, танцевали. То есть это такой дух, это братья наши, это чистая правда. Они просто родные, они очень похожи на нас. Да, насколько, вот хорошо сказали, насколько силен дух в народе, православный дух, чтобы вот так вот встречать, можно сказать, смерть, которая может посыпаться в любую минуту с неба. И, Боже, как они любят Россию, боготворят, как мать. Это чистая правда. И как же мы можем их предавать? Ну как? Ну почему в этом доме блокируется правда о Сербии? Ведь вот то, что вы сейчас показывали, это практически редкие кадры. А ведь это правда. Где же гласность? Ну, показывайте жизнь нашего братского народа, такой, какой
он есть. Не они агрессоры. Да если бы они были агрессорами, имея такую армию, они бы заняли уже все давно, все, что нужно. В том-то и дело, что они очень похожи на нас. Они любят ближнего, они прощают врага. Вот, но я отвлекся чуть-чуть. Да, да нет, ваша цель была, ваша цель поездки? Организация очередного, уже третьего кинофорума «Золотой Витязь», который пройдет в этом году в Приднестровском городе, в городе Тирасполь. Вы имеете в виду, этот наш знаменитый «Золотой Витязь», там будут представлены, немножко расскажите подробнее. Русские, украинские, также и сербские, и греческие, и белорусские картины, и также еще ряд стран. Мы окончили отбор, отобрано очень много прекрасных картин, 140 конкурсных картин по 5 программам. Каков был принцип отбора? Принцип все тот же. Принцип нам, так сказать, диктует наш девиз – за нравственные идеалы. Вот под этим углом мы и глядим, и очень строго отбираем. В этом году к нам приедут многие прекрасные деятели экрана. И Михалков, и Говорухин, Бондарчук, так сказать, и многие-многие другие. Это будет праздник, праздник единения. Оказывает нам помощь Универсалбанк. Универсалбанк. Я очень за это благодарен. Скажите, пожалуйста, в Тирасполе в сентябре. Да. Второго открытия. Продлится неделю. Да. И 140 картин художественные, документальные. Да. И видео, анимация, и учебные работы. Мы охватываем все, что, так сказать, делается в кино. Вот. И работы, просто. Поверьте мне, они просто прекрасны. И люди, пришедшие в зал, они увидят, что каждая картина поднимает душу человека. Она правдива. Она именно такова, какой и должно быть искусство. Кино. Спасибо, Николай Петрович. Мы желаем, Русский дом желает удачи вашему прекрасному фестивалю «Золотой Витязь». Я вас благодарю. Не случайно, как загадочна наша страна, так и имя, загадка и тайна. В этой жизни, а может, и в той, под земною звездой и небесной, охраняет любого святой. Не для каждого, впрочем, известный. Она сияла, как луна в ночи. Так сказал летописец Нестор о великой княгине Ольге, равноапостольной Ольге, которая приняла христианство на несколько десятилетий раньше, чем крестил Русь ее внук Владимир, ясное солнышко. Мы бы могли бы это снимать сюжет на Псковской земле, откуда родом великая княгиня Ольга, село Выбуты на реке Великой. Но здесь, в Москве, в Старосадском переулке стоит храм равноапостольного князя Владимира, ее внука, который и крестил Русь. И вот эта женщина русская,
может быть, является самой почитаемой святой русской земли. Именин ее один раз в году, 24 июля. В этом году со дня кончины великой княгини Ольги исполнилось 1025 лет. Это замечательный характер, замечательный образ русской святой, о которой писали многие выдающиеся историки. И Карамзин написал, в частности, так, что все князья до Ольги только воевали. Она первой начала строить государство, строить общий дом. Хотя она жестоко отомстила за смерть своего мужа, князя Игоря, но потом, когда уже приняла христианство, она занималась только жизнеустроением. И вот в этом характере, мудром, сильным, собирающим, воплотились лучшие качества имени Ольги. На севере скалы и сельги, и скальдов напевный рассказ, но имя варяжское, Хельга, смягчилось до Ольги у нас. В нем слышится нежность и муки, кольчужный и гусельный звон. И, слушая древние звуки, я горд, что в княгиню влюблен. А ты стал лучше писать, более художественно. Каждая Ольга отчасти должна быть, во всяком случае, княгиней. И вот я, как и, наверное, миллионы моих соотечественников, уже издавна влюблен в замечательную актрису Ольгу Остраумову. Пора настала расставаться, и слезы Оля, вот считается, что Ольга, как женщина, она настолько требует полного внимания к себе и даже обожания, что она согласна быть не просто любимой, а единственной в этой жизни. Вот как, ну, так вот, мир этого имени. Правда? Ну, я думаю, что единственной хочет быть любая женщина, Ольга она или другая. Ну, а вообще-то это хорошо, я это принимаю, да. Вот это имя такое сильное, языческое. Вы ощущаете вот какую-то такую связь с землей, с природной стихией, как женщина? Я очень ощущаю, да. У меня еще, видимо, по знаку связь с землей. Я ощущаю, я люблю землю, я ощущаю даже, как вам сказать, с течением жизни корни какие-то свои. Вот я ощущаю, что я связываюсь с моими предками. Внутренне как-то, это очень интересно. Вот мне говорили, что у вас, кстати, предки, что у вас дед был священнослужитель, а назвали вас все-таки не по святцам, Ольга. Хотя, наверное, вот и само имя уже наложило тоже отпечаток. Я убежден, что имя накладывает отпечаток. Вот расскажите, почему вас так назвали? Да, я родилась как бы ближе к Марии, просто в этот день, в Рождество Богородицы, но не знаю, я спросила маму. Вообще, я ужасно люблю при этом имя Марии, даже не зная долгое время, что я в этот день родилась. Просто не знала, что это церковный такой праздник. И я спросила потом маму, а почему же вы меня не назвали Мария? Она говорит, ну это бабушка. А вы знаете, а сейчас я думаю, наверное, бабушка была права. Очень ответственно было бы родиться в день рождения Девы Марии, да еще назваться Марией. А потом не соответствовать, это сложно. Ну, Мария это вообще олицетворение так материнства, но мне кажется, тоже вы очень хорошая мать. Ну, я надеюсь, мне хочется быть хорошей матерью, у меня двое детишек, и дочка, кстати, тоже Ольга, вот так у нас случилось. Муж пошел ее записывать как Марию, как я хотела, а пришел и сказал Ольга. Вот у нас вокруг Марии и Ольги все время что-то такое вот случается. Ну, не то, что случается, вот второй раз. О, как бы интересно, я не знаю, почему это случилось, но вот так, пришел и сказал Ольга. А мне вот кажется, что многие наши блестящие актрисы, и я отношу вас тоже к этому числу, без всяких там комплиментов, что они все-таки не востребованы, не задействованы так, как того бы хотели даже и зрители, и люди, которые любят, и вас тоже. Ну, мне тоже в какой-то мере так кажется. Конечно, наше поколение сейчас
немножко отодвинуто, пришли другие Ольги, там, не знаю, Марии и все прочие. И это, наверное, нормально. Жизнь должна меняться, смена поколений и все прочее. Но я думаю, что наше время еще не ушло. Нет, будут. Я бы хотела что-нибудь для души. Для души? Она у тебя есть, душа-то? Поди, вся в кошек ушла, душа-то твоя. Кошки. Ну и что? А что у меня еще-то есть? Кроме кошек. Роли. Когда молодая была, играла. Даже много играла. А теперь... Лёва, извините. Лев Никитич говорит, подожди, переходный возраст. Из героинь выросла, до комических старух не доросла. Я, говорю, тебе скоро дам какую-нибудь грымзу сыграть. И действительно дам. Совсем уж какую-то идиотку. Я желаю, чтобы вы понадобились как можно больше, надобились режиссерам. Желаю вам успеха. Хочу подарить вашу святую княгиню Ольгу. Молитесь на удачу. Спасибо. Спасибо большое. Ради вечной надежды своей вспоминайте судьбою хранимых имена самых верных друзей. Даже боль приносивших любимых. Имена, имена, имена в этой жизни звучат не случайно. Как загадочна наша страна. Вот так имя, загадка и тайна. Имена, имена, имена. У нас в гостях врач-психотерапевт Владимир Иванович Космынин. Сейчас можно видеть, как очень многие из нас стремятся оздоровиться, стремятся обрести уверенность, спокойствие, какое-то душевное спокойствие. И при этом обращаются ко всему, что привозят из-за рубежа. То к востоку, то к западу, то к югу. Забывая о том, что у нас есть здесь, на нашей земле, есть своя вера православная. Владимир Иванович Космынин тоже, как он мне рассказывал, обращался и к востоку, и к западу, изучал и восточные, и различные, и религии, и учения. Вот. Ну а и все же в своей и врачебной практике пришел к тому, что основа, что бы мы ни говорили, для русского человека, для любого человека, проживающего на нашей территории, основа – это православие. Православие. Так я понял. Да. Дело в том, что если перевести на современный язык, научно-технический язык, те обычаи, те ритуалы, которые накопились в православии, то можно перевести, можно рассказать это очень просто. У человека имеются системы биоэнергетики, вот схематически они изображены на рисунке. И имеются три типа энергообмена человека со Вселенной, с энергией Вселенной. По вертикали, в религиозных обычаях, ритуалах, по горизонтали, с людьми, животными, растениями, и через продукты питания, та же космическая энергия, трансформированная, поступает в человек. И самая светлая, самая чистая энергия поступает через духовный энергетический центр, тогда, когда человек обращается в
духовных молитвах, духовных ритуалах к Богу. В Евангелии сказано, что человек, что Бог есть свет и любовь. Люди, прошедшие клиническую смерть, тоже говорят, что Бог есть свет и любовь. Маленькие дети, они безошибочно определяют плохого или хорошего человека. У взрослых есть понятие, что вот этот человек светлый, вот этот человек, так сказать, грязный. То есть есть внутренние понятия, внутренние эмоциональные настрои, и для того, чтобы эти наши энергетические системы работали, вот православные как раз молитвы, православные ритуалы, они оказались очень мощными. Известно, что многие болезни лечатся голоданиями, лечебными голоданиями. Но оказывается, что обычные православные посты, они намного мощнее, хотя тут используются неполные голодания, они намного действуют мощнее, оздоравливающе, чем обычные голодания, за счет того, что миллионы верующих входят в резонанс в определенный, в тысячах храмах происходят определенные ритуалы, и люди, ну, я не побоюсь этого слова, телепатически связываются, энергетические системы людей связываются и оздоравливаются физически, и душевно. Когда мы говорим, что есть, например, немецкий расчетливый ум, есть французские эмоции, есть русская душа, вот, вот эта вот зона и является зоной душевной энергии или зоной душевного тепла. И вот эта вот зона, она является как раз средней между верхними ментальными энергетическими структурами и нижними животными. И во всех православных правилах все время говорится, что оберегай душу, не продай душу дьяволу, так сказать, относись бережно к душам, так сказать, окружающих тебя. И если посмотреть, скажем, на картины древних мастеров, которые изображали людей, обращающихся к Богу, обязательно можно обратить внимание, обязательно обратим внимание на то, что люди смотрят, обращаются к Богу как бы из-под лоби. И вот в этом состоянии, когда человек произносит молитвы, обращается, скажем, к Богородице, обращается к Богу, обращается к своему ангелу-хранителю, он открывает свои структуры и открывает себя светлой энергией и свету любви, и, так сказать, наполняется, зачищается от сглаза, от порчи, от различных, так сказать, отрицательных энергий. И тем самым он наполняет, наполняются его все энергетические структуры, и через узлы, через нервные энергетические центры оздоравливаются и отдельные органы. Все ясно. Спасибо, Владимир Иванович. Очень интересно. Я думаю, наших телезрителей сегодня это заинтересовало. Поэтому, если вас, уважаемые телезрители, заинтересовал вот такой небольшой рассказ о системе, о самооздоровлении Владимира Ивановича Космынина, то вы нам звоните, мы вам обязательно об этом поможем вам связаться. На Николо-Архангельском кладбище посреди участка захоронений 79 года находится могилка старца Самсона. Он родился на исходе прошлого века в Петербурге в семье графа Сиверса в день странноприимца Самсона. Семья его была англиканского вероисповедания, однако духовный поиск молодого графа Сиверса привел его в лоно русской православной церкви. С юношеских лет он подвигнул себя на служение Господу Богу, православным священником, монахом, схимником. Неизбывным ручьем памяти идут к его могиле православные люди. Что влечет их сюда? Какого духовного совета жаждут они услышать в ответ на свои молитвы? Говорят, что сейчас будет скоро канонизация старца Самсона, и поэтому происходят многочисленные чудеса на его могиле. Мы знаем очень много различных путей богопознания, особенно сейчас, которые
вот современным людям, для молодежи, предлагают разные лжеучения, ереси. Протестанты там, восточные всякие. Вот. А путь покаяния, который исповедовал и предлагал схи иеромонах Самсон, он еще достаточно неосознан нами. Через покаяние человек может примириться с самим собой, с внешним миром, вот, с окружающими его, в семье, вот, с друзьями, знакомыми. Потому что все мы, особенно в 20 веке, постоянно жили в заблуждении и постоянно в грехе. Если бы мы захотели рассказать только о фактах биографии старца Самсона, на это вряд ли бы хватило и полнометражного фильма. Земная жизнь его была преисполнена трудностей и тягот, украшена высокими подвигами и благодатными дарованиями исцеления и прозорливости. Духовные чада батюшки сохранили письма, запомнили наставления, составили его жизнеописание. Он не был ни суровым монахом-отшельником, ни жестким обличителем человеческих недостатков, ни отвлеченным богословом. Он был сама живая любовь, умевшая встать в непосредственную близость со всякой скорбящей душой, взять на себя все ее немощи и скорби, утешить и воззвать ее к новой, обновленной, чистой жизни. В нем находили учителя жизни, который указывал путь к истинному счастью души, знать и любить Бога. Вы сейчас здесь бываете, наверное, каждый год, да? Да. Часто батюшка помогает? Помогает. Конечно. Вы знаете, я даже вижу его, если очень трудно бывает, даже вижу во сне. Вот как-то очень было трудно. И вот я себя вижу, что я иду, так плачу, это под Успенским собором в Лавре, там церковь. Он, значит, выходит из-за угла и говорит: ай-яй-яй-яй-яй, как это можно, да как это можно так? Да я же всегда с тобой. И меня во всем облачении. И он говорил: если вы меня увидите, что я при кресте, то это я истинно я. И вот, и он был истинно он. И он, значит, благословляет, как священник. И я, значит, его целую руку и проснулась. Я вот так вот чувствую его. И вот, знаете, вот такие вот моменты тяжелые в жизни. И он, пожалуйста, тут, как тут. Для каждого находится свой отклик, свой совет. Но пусть всем запомнятся следующие слова старца. Только христианство, только усвоение и познание Христа, не рекламного Христа, не церковного Христа, а живого Христа, не искаженного, не католического, не протестантского, православного, живого Христа. В этом заключается вся радость и утешение моей интересной, но очень скорбной жизни. Если бы меня спросили, что если бы я умер и опять ожил, кем бы я хотел быть, я опять бы сказал: непременно монахом, непременно русским православным священником и непременно схимником. Короткая информация. 24 июля в Парке Победы на Поклонной горе состоится православное шествие в связи с годовщиной исторического прибытия туда в 1812 году государя Александра I для организации всенародного отпора наполеоновскому нашествию, а также в связи с днем поминовения святой княгини Ольги. Шествие проходит в год поругания православного креста на Поклонной горе. Сбор в 14 часов у православного креста на Поклонной горе. Я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы пришли к нам в Русский дом. Всего доброго. До свидания.